Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем с вами заниматься вот этим пасыночком. Это пасынок LF пижамная вечеринка. Давайте посмотрим, что у нас есть на сегодняшний момент. Пасынок был тоже недавно пересажен. Он хорошо нарастил корешки. Видите, даже вниз спустился. Я его хотела перевалить, показать вам заодно, как переваливать. Ну, когда я его вытаскивала из стаканчика, часть кома отпала. Видите, да? Но, тем не менее, можно на примере того, что осталось, показать, что такое перевалка. Посмотрите. Перевалка – это перемещение растения с уже сформировавшимся комом в больший горшок при минимальной травме корней, которые уже существуют. То есть вот берем вот такой ком, да, и пересаживаем в больший горшок. Покажем это вот на примере данного растения. Я заодно сразу буду заводить фитиль, потому что я все пытаюсь приучить свои растения пользоваться фитилем. Возможно, в этом году у меня получится. Вот, потому что все время какие-то факторы мешали это начать делать. Проводим фитиль. И насыпаем в горшок грунт. Вот так вот насыпали. При перевалке надо формировать, даже сделаем так, формировать вот это центральное отверстие. Как его лучше сформировать? Я обратно все высыпала, чтобы вам показать. На дно немножко насыпают грунта. А дальше посередине вставляет вот этот вот старый стаканчик, в котором было растение. Вот так вот. И вокруг него обсыпают грунтом, чтобы сформировать как бы формочку. Оставить центр именно под тот размер, который на данный момент есть у кома. Поверьте мне на слово, я это сейчас делаю. То есть вовсю пытаюсь по бокам вставить грунт. Вот так примерно. Тряхиваю со всех сторон. И у нас получается место для перевалки, куда надо вставлять растение. Вот так. Дальше. Наши усложнения, скажем так. Во-первых, у нас ком не равняется полному размеру стаканчика, а меньше именно в два раза. То есть нам здесь надо на дно добавить еще грунта, чтобы растение, вставившись, было наравне с краем горшка. Во-вторых, я хочу посмотреть вообще на само растение. Например, я хотела бы... По-хорошему, ему можно было бы убрать вот эти два листа, но тогда он будет совсем маленький. Ему не надо бы такой горшок большой. Я бы тогда его поставила просто в полный стаканчик. Вот это, наверное, мы оставим его. Вот так пока. Пусть наращивает корневую до полного. То есть пусть обовьет весь ком, уже большой, семерки горшочка. А потом мы посмотрим, что с ним делать дальше. Просто это еще как бы не мое растение. Я собираюсь его продать. Это пасынок от моего растения. Поэтому, я думаю, новая хозяйка уже сможет потом сформировать, как ей удобно будет розеточку. Может, она эти листы захочет снять на укоренение. Поэтому мы на дно добавим немножко торфа и вставим нашу деточку так, чтобы она, наверное, еще чуть-чуть надо вставить, чтобы она стояла вровень. Видите, вот так. Все. Сейчас мы досыпем здесь по бокам еще немножко грунта, чтобы выровнять со всех сторон. Получается, вот выравниваем, ставим так, чтобы она смотрела вверх. Вот так. Здесь еще надо чуть-чуть добавить. Все. Поливаем его чуть-чуть, потому что торф влажный. Чуть-чуть, чтобы осел грунт. И добавила ему дополнительной фиксации. Заодно то, что просело, показывает нам, куда еще можно досыпать грунта.
Может быть, самую капелюшечку вот сюда. Вот так. Так, подписываем название. Ага, а подписывать мне нечего. У меня закончилась моя бобина. Сейчас я принесу и подпишу, но это уже будет без видео. Поверьте мне на слово, это произойдет. Вот. У нас получился вот такой вот уже пересаженный пасынок, готовый становиться на фитиль. Надо взять, можно взять 200-граммовый стаканчик. В него семерочка горшок вставляется аж вот посюда. И поливаем сначала первую, может быть, недели 2-3 сверху. И то, что стекает постепенно через фитиль, поднимается наверх. Или можно оставить его сразу в поддончик, поливать сверху, и потом остаточки будут впитываться обратно. Можно поливать снизу, приучая фитиль быть все время влажным, и приучать корневую питаться, потреблять воду именно снизу. И через месяц-полтора, когда корневая уже нарастет, ставить уже на полноценный фитиль. Мы перевалили пасынок. Спасибо за внимание. До следующих встреч!